Сегодня мы отправляемся в кинотеатр в Америке. Да, мы нехорошо знаем английский, но почему бы и не сходить? Сами билеты мы купили онлайн, и их можно здесь вот забрать. Там же также дают тебе очки. То есть при входе проверяют твои билеты, и дальше тебя уже запускают. Также там у тебя на билетах не написано место. То есть ты просто платишь за вход в кинотеатр, ну а дальше ты в зале садишься где хочешь, на какое место, и выбираешь вообще, где тебе комфортнее сидеть. Сам зал относительно очень маленький, и тут как бы помещается достаточно маленькое количество людей, и он расположен не лесенкой, а чуть-чуть просто под наклоном. Ходили мы на фильм «Черная пантера», фильм просто огонь, я, честно, советую вам сходить, если у вас есть такая возможность.